Всем привет, друзья, с вами Перкли, но в этом видео я покажу вам, как установить мод на девушку в Grand Theft Auto 5. А именно мод на девушку, чтобы она за вами там ходила, чтобы вы с ней смогли там кататься в машине и так дальше. Такой вот небольшой скрипт, который я установлю сегодня в видео. Так как я ранее устанавливал, и если вас интересует, как играть за девушку, я устанавливал ранее скин, и мне многие здесь писали в комментариях, что они хотят, ну как бы подписчики хотели себе девушку, но чтобы не играть за нее, а чтобы она ходила за ним. То есть вот такие вот, смотрите, чтобы девушка ходила за тобой, скажи там плиз. Вот такие вот комментарии в основном, основные такие. И вот еще, покажи, как заспавнить, чтобы она за мной ходила. Вот прошу, еще такой комментарий, ребята. Ну и в этом видео я покажу вам, как сделать так, чтобы девушка, которую вы установили или создали сами, за вами ходила и так дальше. В этом видео будет мод, с которым вы сможете создать свою девушку там по своему усмотрению. Так вы сможете на нее надеть какую-то любую одежду и так дальше. Ну и будут доступны различные действия. Ну и если вас интересует уже вот такая вот, допустим, девушка кастомная, то есть скин девушки, чтобы она за вами ходила, я покажу уже в следующих видео. Но в этом видео будет девушка, которую мы создадим в основном в игре, и она за нами тоже будет ходить. Ну и, ребята, давайте установим наш мод. Собственно говоря, что хотелось бы еще сказать. То есть с этим модом, этот мод у многих не работает. Но я решил эту проблему, и именно в этом видео она у вас заработает. Так как я создал отдельный архив с данным модом и подобрал под нее скрипт-хуки и скрипт-5.net и так дальше. То есть, видите, здесь пишут, пожалуйста, обнови тот мод. Некоторых игроков просто здесь вылетает, не работает мод и так дальше. Различные краши и тому подобное, ребята. Но благодаря тому, что вы подписаны на мой канал, я покажу вам, как сделать, чтобы данный мод у вас работал. Ну и для этого сначала нам нужно скачать файл скрипт-хук 5 обычный. Нажимаем здесь «Скачать». Я ссылку оставлю на этот сайт отдельно, потому что он постоянно обновляется. То есть скрипт-хук постоянно обновляют и GTA обновляют, поэтому его нужно обязательно скачивать с этого сайта. Ну и ссылку на мод я оставлю в Google Диск, ссылку на архив. На вот такой вот архив, ребята, в котором будет скрипт-хук 5.net и папка scripts. Вот они и native UIDLL. Я сидел примерно 2 часа, чтобы это все подобрать, чтобы данный мод Custom Pets работал вместе со скрипт-хуком 5.net и с native UIDLL. Ну и я оставлю на него ссылку в описании на Google Диск, тоже сможете скачать. Ну и давайте его установим. Установка максимально простая, для этого просто заходим в свой мой компьютер, Flash, Steam Library, допустим, Steam Maps Common Grand Theft Auto 5. Ну и копируем скрипт-хук 5 обычный, bin открываем и копируем, перебрасываем туда, где ярлык нашей GTA-шки. Вот, input 8 DLL перебросили, вот так вот заменили, скрипт-хук 5 DLL перебросили. Также открываем мод на девушку, тот архив, который я оставлю ссылку в описании на Google Диск. Перебрасываем вот эти вот скрипт 5.net, 5 файлов, да, просто перебрасываем их в папку из GTA. Но перед этим, ребята, перед тем, как вы их перебросите, удалите старый скрипт 5.net, потому что мод может не работать с скрипт 5.net, который у вас есть. Поэтому удаляем старый скрипт 5.net. И перебрасываем тот, который я ставлю в этом архиве. Вот так вот просто перебросили и все. Далее нам понадобится создать папку scripts. Если у вас уже есть папка scripts, как у меня, то просто закиньте ее, то есть зайдите в scripts и перебросьте это все сюда, папку scripts. Если у вас нету папки scripts, папки GTA, то просто можете в этом архиве, который я оставлю ссылку в описании на него, просто взять и перебросить scripts вот сюда и все. Вот таким вот способом, ребята, данный мод устанавливается. Также в данном видео я показал этот мод, который будет работать и на стимовской версии. То есть, видите, у меня Steam Library, то есть у меня лицензионная Steam версия. И на других версиях он тоже будет работать. И поэтому я показал, как отдельно скачивать скрипт 5 обычный, потому что для стимовской версии нужно скачивать скрипт 5 обычный с этого сайта. Так как Steam-версию зачастую очень часто раз в полгода обновляют. Ну и все, ребята, наш мод установлен. Давайте запустим нашу GTA. Я покажу вам, как данным модом воспользоваться.
Ну и вот, ребята, запустилась наша гита, ну и обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну и также на моем канале проводятся интересные розыгрыши крутых модов, а также вы сможете установить другие крутые моды для GTA 5. Ну и, например, вот такой вот крутой автомобиль. Если вы подпишетесь, то всегда будете в курсе, когда выходят новые моды. Ну и вот, ребята, как заспавнить, собственно говоря, как запустить данный мод. Вы можете играть за любого героя, то есть за любого персонажа GTA 5, неважно. Просто нажимаете клавишу O, английскую, на клавиатуре, и у нас запускается вот такое вот небольшое меню. Далее нам нужно зайти в Player меню. Нажимаете здесь и Dress Sync Room, нажимаете Enter. Управление здесь, ребята, стрелками. Вот грузится наше меню, и здесь вы можете выбрать скин, который вы хотите, то есть здесь есть модел. Вы можете здесь поставить плеер, там Франклина и так дальше. Я сейчас не буду это изменять, чтобы у меня не изменился скин, короче. Ну, хотя давайте я вам покажу. То есть, видите, можете поставить, ну, любого персонажа, там даже зомби, чтобы, ну, зомби там, или, к примеру, вот этот вот человек. Или даже плеер, Франклин и так дальше. Вот. Фри моды, даже можете создать своего человека, то есть фри моды мало, вот такой вот. Ну давайте я, наверное, создам своего, то есть фри моды мало, нажали сюда и здесь, или же addon pets можете даже выбрать, ребята, то есть вот кастомные, то есть скины, которые мы устанавливали ранее, вот. Собственно говоря, даже ту девушку, которую мы устанавливали, я оставлю на нее ссылку в описании. Вот, ну и, так, сейчас нажимаете Components, вот, и Face. Можете здесь кастомизировать своего персонажа сейчас. Ну, вот так вот, текстурки такие ставить, вот, что там еще меняется. Distance, ну, это такое, вот, лицо, смотрим, какое можем поставить, ребята. Ну, давайте это лицо, что ли. Пусть будет потом head. Вот, маску можете поставить. Ну, маска нам не нужна. Вот, пусть будет без маски. Вот, и текстуры. Текстуры нельзя изменить, получается. Вот, волосы можно поменять. Вот такие вот поставить, допустим. Вот этот вот. В принципе, вот такие вот поставим. Да, нормальные такие. Текстуры здесь поставить цвет вы можете. Вот еще что здесь такое. Ну, clear — это очистить. Это пусть остается. Backspace, чтобы вернуться назад. Торсо. Торсо — это у нас, ну, одежда. Вот видите, это у нас одежда меняется. Но я оставлю как есть. Так, один поставлю. Так, здесь можете тоже менять, по-моему, текстуры. Ну, вот такой вот торс можете ставить, да. Давайте я поставлю 0, потому что Торсо 2 потом не поставится. Вот, ребята. Давайте поставим какой-то... Ну, допустим, вот этот вот. Текстуры тоже здесь меняете. Я уже от начала и до конца покажу, как это все меняется, чтобы это все показать. Потом Торсо 3. Торсо 3 — это у нас футболка. Футболка, которая надета на персонажа. Тоже здесь можете изменять текстуры, цвет. Далее Legs, вот, джинсы такие поставить, допустим, вот эти вот текстуры тоже можете изменить. Hands — это на руки, по-моему, а нет, это, ну, рюкзак там такое. Feet — это, ну, кроссовки, ботинки разные. Так, вот эти вот, и accessory, там, допустим, разные аксессуары, но я аксессуары ставить не буду. Теск — это что у нас такое? Ну, это броня там, теск. Текстуры еще. Такие вот логотипы. Можете свои поставить. Рандомайз. Или можете по рандому это все выбрать. Или дефаут. Так, ну, я сейчас это все выбрал, ребята. Пропс — это у нас. Хатс — это что такое? Ну, что-то на голову надевать, да? Давайте-ка я что-то поставлю. Ну, вот эту вот кепку. Очки. Потом вот такие вот очки. Хотя пусть будет без очков. Но у меня сейчас не сильно персонаж нормальный получился, потому что я стараюсь, ну, по-быстрому это все объяснить.
тату поставить можете, ну, все, что хотите. И нажимаете здесь Save Skin, Save it Skin. И New File, допустим, ну, формалы там 3.7, и Enter. Все, сохранился. И теперь, ребята, видите, вот мы за него играем. Вот. Теперь нам нужно создать девушку, которая вместе с нами будет ходить. Ну, вы можете также играть за Франклина, то есть я показываю, как отдельно это все сделать. Нажимаем опять-таки клавишу O и Girlfriend меню. И здесь нажимаете Recreate, то есть создать. Нажимаете Enter. И видите, у нас по рандому создалась какая-то девушка, да? Но она нам не подходит, потому что она такая вот слишком борзая, да? Сейчас нажимаем еще раз O клавишу. Girlfriend меню и Dressing Room Enter. И переходим еще раз к кастомизацию. Здесь вы можете стандартную модель выбрать или создать отдельно. Я буду опять-таки создавать это все отдельно. То есть Components выбираете, Face, ну лицо. Ну лицо мне, это глаза, по-моему, меняется там. Head, вот лицо тоже. Я это не буду менять, в принципе, внешность подходит. Давайте сразу же, ну, волосы вот можете поставить различные такие. Вот, сейчас. Ну, таким же образом вы можете тоже играть за девушку. То есть, с самого начала я показывал там. Давайте вот эти вот поставим. Текстуры это там, ну, какие цвет волос и так дальше. Эти волосы не поддерживают текстуры, поэтому можете изменить другие там. Далее можем дальше пойти. Торс изменить, вот, как видите. Ну, здесь тоже менять не буду ничего так. Торс 2, вот, такой вот поставить. Давайте что-то выберем нормальное. В принципе, я вот это вот сейчас поставлю, да. И торс 1 еще изменить нам нужно. Хотя нет, ребята, лучше поставить торс 1 на 0 и торс 3 поставить что-то, ну, что-то другое. Вот, торс 3 поставить. Допустим, что-то вроде этого. Хотя, ну, допустим, пусть будет это, торс 3. И цвет поставим, какой-то такой цвет. И legs, потом ноги. То есть джинсы это можете поставить. Что угодно, в принципе, что вам подходит больше. Также, по-моему, здесь вы можете крутить это все. То есть нажимаете Turn Left несколько раз, и она поворачивается. Вот. Turn Right. Потом, ну, видите, цвета тоже можете менять. Такие вот. Допустим, вот это вот можете поставить также. Ну... В принципе, видов одежды здесь есть очень много. Ну, давайте я поставлю вот эти вот, да. Вот так. И потом hands. Ну, hands это мы тоже уже меняли. Там я показывал, что это значит. Feet. Это каблук, то есть туфли. Ну, давайте вот сразу же первый возьмем. Такие цвет поставим. Вот этот вот. И аксессуары, там теск, текстуры там. И так же самое можете это все сохранить, ребята. Нажимаете Save Skin. New File. И допустим вот так. Сохранился. И все. Выходите. И видите, она ходит за вами. Вот так вот, ребята. Так, ну наш Porsche уже куда-то пропал. Давайте я сейчас себе новый заспавню. Также видео по трейнерам, которым я сейчас пользуюсь, вы можете найти у меня на канале. Вот я себе, ребята, заспавнил вот такой вот крутой Porsche. Сейчас она садится, я сейчас только выберу какой-то цвет. Вот, ребята, я себе сделал кастомизацию нашей тачки. У нас вот это уже Porsche Adidas, такой вот крутой, ребята. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы установить дальнейшие такие вот моды, какими я сейчас пользуюсь. Ну и видите, она с нами катается там, в принципе. Вот, я сейчас выйду, чтобы вам показать. Вот, допустим, вот так. Вот. Смотрит там на вас и так дальше. Давайте выйдем. И она за вами тоже вот так вот будет идти. То есть, видите, в принципе, все работает.
допустим, вытащили оружие, она тоже вот взяла, достала оружие. Так, дальше, в принципе, дробовик. Ну, она, у нее винтовка там такая. Тут пистолет, спрятать оружие, она тоже спрятала оружие. Что ж, давайте, в принципе, прокатимся еще немножко. Вот. Ну и вот так вот, ребята, можете себе играть. Кому интересно было, обязательно подписывайтесь на канал, так как мод действительно актуальный. Я где-то 2 часа сидел, чтобы найти способ, чтобы у вас всех работало. То есть и на стимовских версиях, какой я лично сейчас пользуюсь стимовской версией, или даже на других версиях. Вот такой, ребята, у нас мод. Что ж, давайте еще какие-то возможности вам продемонстрирую. В принципе, что здесь можно еще сделать. Но для этого, ну, можете, допустим, сейчас я вот в этот парк заеду. Посмотрите, короче, вот так вот круто от первого лица ездить. Такое вот небольшое дополнение к реальной жизни, можно даже сказать. Я сейчас вот сюда, у нас, конечно же, здесь пробки такие. Сейчас я сюда заеду. Так, видос по графике тоже есть у меня на канале. Также я оставлю ссылку на него в описании. Так, допустим, такие мы заехали сюда. Так, а ну-ка, давайте-ка я вот сюда где-то здесь припаркуюсь. Хотя нет, вот туда подальше отъедем. Вот так вот остановимся, ребята. И смотрите, что здесь еще, какие здесь еще возможности есть с этим модом. Ну, это то, что находит за вами постоянно, да. Это одно. Но такие вот, допустим, подходите к ней, нажимаете клавишу O, английскую опять-таки. И здесь у нас Interact называется. Вот. Она доступна, когда вы уже создадите свою там модель и так дальше. Заспавните себе девушку и тому подобное. Interact нажимаете. И Special. Я, конечно же, все возможности данного мода не буду показывать, потому что, ну, за такое может YouTube наложить на видео какие-то, ну, заблокировать видеоролик. Я покажу, допустим, Exclusive Dance. Нажимаете Enter. И видите, одну возможность вам продемонстрирую. И она там, короче, танцует там. Exclusive Dance такой, да? Вот. Потом следующая возможность. Нажимаете, чтобы выйти. Опять-таки, О, Interact, Special. И, ну, Polo Dance можете выбрать. Revert Dance. Давайте-ка выберем Polo Dance. Что это такое? Сейчас грузится. Ну, Polo Dance это, ну да, такой, в принципе, такая возможность. Опять-таки, E нажимаете, чтобы выйти. Ну и здесь есть еще чат. Видите, она там нам что-то сказала, там, короче, типа поговорить с ней, да? Ну, такое. В принципе, такой чат. Ну и вот такой вот, ребята, мод. Довольно-таки интересный. Кстати, наш автомобиль уже куда-то пропал. Сейчас я себе его снова-таки заспавню. Но на этот раз я себе заспавню Lamborghini Aventador. Такой крутой. И прокатимся на Lamborghini еще. Вот. Как видите, она садится с вами там в машину. Кататься может. Так, а ну-ка. С дороги, с дороги. Так, собачку-то убираем. Так, что там, где собачка убежала уже? Так, и вот такой, ребята, у нас мод крутой. В принципе, давайте я еще немножко прокачусь куда-то. Да, видите, она там на все реагирует, если вы врезаетесь. Такие вот дела. Вот такой вот мод крутой. Также вместо этого стандартного скина вы можете поставить любой кастомный скин, там, ну, тот, который я показывал, как установить ранее. Но я уже в этом видео не хотел это показывать, как устанавливать еще и кастомный скин, чтобы, ну, меньше сделать видос, короче, вернее, вот так. А то видос бы получился очень длинным, и не факт, что... И у многих не получается с OpenG4 работать программой, а так просто файл закинули.
папку из GTA и все, и мод у вас считайте, что работает. Так, видите, вот так вот можете гонять себе на Lamborghini. Да, крутой такой Lamborghini. Еще и реальную жизнь установить там, чтобы вас копы ловили. У меня есть видео тоже на канале. Так что, в принципе, вполне можете себе спокойно поиграть, как, ну, известные популярные ютуберы делают. Не хотят, конечно же, делиться способом, как они это делают, но на моем канале вы можете это все найти. Так что буду благодарен тем, кто подпишется на канал, ну и поставит лайк под данным видео. Ну и ладно, спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео вам понравилось. И до свидания, всего хорошего.